Временный президент Египта Адли Мансур издал декрет о внесении поправок в Конституцию страны. Специальная комиссия из 10 экспертов уже провела первое заседание. Между тем, Каир посетил иорданский король Абдалла II. Он стал первым арабским правителем, приехавшим в Египет с момента отстранения от власти 3 июля президента Мухаммеда Мурси. Абдалла II заявил, что Иордания поддерживает выбор египетского народа и призвал все политические силы страны работать над сохранением национального согласия. Лидер Иордании приветствовал инициативу Мансура по внесению поправок в основной закон. Комиссии предстоит модифицировать ряд спорных статей Конституции, выработанных исламистами и вызвавших нарекания оппозиции. Тем временем в Египте не прекращаются манифестации сторонников Мурси. Братья-мусульмане не признают временное правительство и требуют освободить Мурси и вернуть ему власть.